Это аэродром, по-моему, с длинной. Вот налево можно и на взлет. Да, чуть-чуть левее. Так, все готовы, все завелись? Кизнуто. Так, я пошел в разбег. В разбег пошел по прямой. Там единственное, зенитки, смотрите, аккуратно. Так, я чуть лево туда. Там тоже зенитки. Я тоже надеюсь. По крылочками он быстро взлетает. Так, наверное, отрыв. Тоже можно. Так, дал огни, стоим на курс, сбавил до 90%. А мы все рядом. Но все равно пойдем на 95. Я пойду во всяком случае. Ёпка. Я правый. Да. Пошли. Пошли с набором. Я думаю, лучше разбиться, одного пустить чуть-чуть в одиночку, а двоим плотнее. Ну да, одному надо повыше. Ну или пониже. Так, так. 270 пока набираемся. Вот. Давайте вместе 5000 наберемся, а там посмотрим. Пилотов очень много. Так, она может увеличить тебя, видим. Я вот у вас что-то. А вы у меня оба в правом? Я справа. А, ты справа, да? Ну там просто контакт с меня один. От слева, да? А, тебя вижу. Я на солнце. Да, 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 все, вижу. Не, я вижу, вижу. Ползем. Танкист, а ты Биру видишь? Да. Ну мы в пеленке с ним идем. Да, я вас вижу. Так, у нас впереди наблюдаю встречным курсом, идет инверсия. Набирайте, схожу с ним. Угу, хорошо. Я влево отхожу. Я солнышко. Я так держу, пока понял. Идет на него. Видите ее, да? Я не вижу, если я же еще не отрисовалась. Тебя вижу. Она сделала разворот, и сейчас как бы я ей на 6 за ней тянусь, а она в таком в правой широкой петле стоит. Значит, правый, не значит, ко мне. Да-да-да, Бирка, смотри отсюда. Высота у него где-то в районе 5 с небольшим. Ну, у меня вот сейчас 5 будет. Вот он как бы... Вижу. Может быть, он мне в лоб. Да, он, да, пикирует. Я на него разгоняюсь, пока не могу определиться. Но он вообще похож на немца. Ну, он шустренький, да. С той стороны не должны наши. Прямо над танками, в правой петле. Там сейчас есть... попробую ему в лоб зайти. Его высота 4,5, он сейчас прыгает вверх. Ох, похоже. Проатакую. Давай. Я за ним тянусь, у меня скорость хорошая. А, вот сейчас нарисовалось. Вот он на инверсию выписал. Бира вижу, этого не. Так, у меня высота, если что, повыше, гоняйте его повыше. Давай. У меня уже 6. Так, я пролезаю. Бир, как дела? Посмотрим сейчас. Так, у вас никого, поэтому работайте смело. Так, он свалился. Свалился аккуратнее. Отлично. Так, всё. Я такую дверку думаю. Хорошо. Кто выше? Он вниз, я на плеер. А, я такую. Всё, я опа, принял. Кто такой? Мотор заглох. Перекрутил и планирует нам. А какого хера? Резко мог такой дать обороты и нам. Да. Очень резко. Точно. Так, он убегает. Заброс произошел. Постреляю сейчас, но... Отходи, разворачивайся. Бир, ты, наверное, планируешь нам. А ты разворачивайся, пробуй с ним закрутить, потому что я сзади, он меня не видит. А я сзади выше. Но я его не пробивал с пулеметов, он вообще вниз пикирует сильно. Хожу вверх. Слушай, я не знал, что такое может быть. Нет, здесь легко, очень резко нельзя. Обороты не особо. Так, вниз его, да, вижу, что он уходит. Ты поднимаешься, вижу. Я его потерял, если что, ты его держишь, да? Вон на
вниз, я его тоже теряю. А, вижу, я могу за ним, в принципе, привязаться. Тут, блин, не догоним, как-то, если не развернется. 302, он разворачивается и лезет вверх. Лезет вверх, да? Давай, тогда похуй его. А я его не вижу. У тебя курс его, это 350-360. А я в правый. О, это вот ты мимо меня прошел. Да. Все, принял. Все, скажи вправо. Я вообще вижу, как бегло встал, да? Ну, не знаю, пробую вот свести что-то пока не как. А, нет, это без вариантов. Запрос произошел больше по пару. Блин, это на скорости прошел на меня. Я даже сдвинуться не могу. Так. У меня высота, видишь, подошла. Мы скоро войдем в их радар. Там есть. Аня. Он нас тянет. Давай-ка, наверное, на правый боевой что-то с набором. Я попал в него, но пулемет у меня издалека. Это так, под нами Хенка под тобой. Ну, делай заход. Не вижу, потому что... Хенкель. Вот он у меня прямо по курсу, смотри вниз, я прямо на него смотрю. Буду атаковать сбоку, если скорость у нас будет. Давай. Радиатор все. Так, вот под облако зашел. Блин. Мотнусь над облако. 4. У него высота 1002. Мы вот, очень, вышел из облака. Мы очень близко от... Да. Наблюдаю. Видишь, все отлично. Делаю тоже завтра сейчас вместе. 5 минут прошло. Нет, еще не вовлек. Сейчас буду атаковать. Давай. Пробил. Он тоже пробил. Отбегаю от него. А, все. А или стрелка, или его. Уничтожил. Нет, мне баг. А, все, он загорелся, да? Да. Все, уходим отсюда, по сути. Все, он сделал отлично. Так, я у тебя справа сзади. Принял. Я дымлю, походу, да? Да. Чуть-чуть. Так, у меня две, я спущусь, наверное, дальше беру. Тебя двигло, что ли? Нет, у меня тахло написал. Светлому яру. Ну вообще дым у тебя идет не из крыла вроде бы. А нет, из крыла, да. Вот это если не черный, то все хорошо. Так, что-то я уже перелетаю. А я за тобой иду. Ну нет, тебя чуть вправо надо брать. А сейчас скажешь пара гасим. Скорость, а все. Есть. Дым есть. Раньше был сильнее. Просто, видимо, он у тебя так. Так, ну наших очень много пошло в этот... на филд. Рядом с танками. Так, я, наверное, на сон. А, нет, уже от солнца. Хреново, чтобы его потом завести, не знаю. Он склинит, как ты его заведешь? А он клинанул, получается, да, то есть там поршни все поршни вставили. Загнулись и вставили, да. Как ты его заведешь? Это же не, нет, не карбюратор, как у Шачка. Не поршни, а может, короче... Че, поршни? Не, ну там, видишь, клинануть-то ну, он на перегрева может, или вал, здесь, может, да, обломил, да, что-то, да. Может, шатуны обломил, пальцы. Я за тобой сажусь, поэтому как бы резко не тормози.
Я чуть правее. Чуть правее буду садиться. Я тебя слышу, приближаешься. Да, я даже 4000. У тебя шасси. Выпустил. Дымишь. Я дымлю, да? Блядь, я высеку дым. Нет, чтобы кому-нибудь сесть на полосу, все, блин, на поле садятся. Ну, потому что, видишь, параллельно, блин, с отсюда пока. Но все равно же красиво. Конечно. Я вроде на полосу зашел. Я сейчас тоже зашел, но мы с тобой, да. Я чуть правее пошел. Ты. А я что-то обернулся, раз такой шасси у тебя нет. А я всегда перед посадкой прям выпускаю. А, понял. Ясно. Я сел, все в